Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на телеканале «Вариант». Спонсор прогноза погоды – санаторий «Серебряный плюс». Спа-курорт на берегу Волги, не доезжая 10 километров до Костромы. Совместите полезное с приятным, акция «Здоровый отдых». Телефон в Костроме 503-0. Лечение может быть не только полезным, но и приятным. Отдыхайте в «Серебряном плюсе». Акция «Здоровый отдых» 503-0. А теперь о погоде. 20 сентября. Малооблачно, небольшой дождь. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11. Днем во Владимире области плюс 17, плюс 20. На этом все о погоде. Всего вам самого доброго и до скорой встречи на телеканале «Вариант».